Бисмилля. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие братья и сестры, я хотел сегодня рассказать про известную программу Иетамарна. Ее можно найти уже в интернете. И это от Министерства Хаджа и Умры. Эта программа. Ее можно скачать, установить себе на телефон. Я вчера хотел установить ее, но мне сказали сначала установи программу Таваккальна. Я ее стал ночью устанавливать, завел данные карты, свои битоки местной, и потом дату там свою установил, дату рождения. Но что-то не проходит. И меня Таваккальна отправляет на Абшер. Это Абшер, это как местная, как российская, например, госуслуги. Абшер, в Абшере мне сразу сказали, иди в супермаркетах стоят аппараты. То есть в торговых центрах есть у них по городу, по Мекке здесь стоят аппараты, где ты должен дать отпечатки пальцев, и тебя Абшер примет. Я сегодня уже стартанул после обеда с моим братом Адельджаном и еще с несколькими сотрудниками адельджанского ресторана. Мы поехали, встали в очередь там, зарегистрировались, в общем, через этот Абшер, через этот аппарат. Все, у меня получилось у меня зарегистрироваться. И я сразу зашел через программу Таваккальна, потому что Таваккальна, она непосредственно с Абшером связана. Это уже вторая стадия. Сначала первая стадия, значит, у нас Абшер. Это для тех, которые местные здесь. Сначала Абшер, потом Таваккальна, потом Иетамарна. Таваккальна я прошел все уже необходимые иджрааты. Потом Иетамарна переключился, скачал себе вот этот Иетамарна. Здесь, в общем, все как надо. Также вбил все данные. Сейчас я вам расскажу про Иетамарна. Абшер, в общем, я сделал. Потом Таваккальна я тоже сделал. Это программа. И у меня уже на телефоне появилось два барнамича. Да? Таваккальна и вот этот Иетамарна. Два новых барнамича, две новых программы. Значит, Иетамарна я зашел. Там выбор языков. Пока еще скудный, но альхамдулля то, что есть. Потом вот здесь мне смс-ка пришла, что все, это вот в час 30 я сегодня в час 30 получил смс-ку, что Абшер меня принял. Он говорит, все, там Алия Таусик, то есть подтвердили они мою личность. Все. После этого я зашел уже на Таваккальна. Таваккальна мне тоже прислал Ромс. Вот я Ромс этот вбил. Все, они меня подтвердили. Это буквально через 22 минуты я домой как раз вернулся. После торгового центра я домой вернулся и в Таваккальна начал ковыряться. Вот смотрите, это сегодня 5 числа, 5 октября, я вот этим делом начал заниматься. Значит, уже 20 минут прошло, да, 52 минуты. Потом я зашел в Иетамарна и через буквально 5 минут мне прислало уже Министерство по хаджу, мне выдало Тасрих. Смотрите, вот Тасрих. Мне выдали уже 56 минут, смотрите. 4 минуты прошло. 4 минуты прошло на всю операцию, и мне выдали Тасрих. На завтра я забил. Завтра утром, вот в 5 часов утра, смс-ка, завтра утром я должен поехать в Аль-Харам. И в 6:00 у меня этот вход в мечеть Аль-Харам после утреннего намаза. Утренний намаз у нас как раз 5 часов. В общем, нужно одевать и храм, и уже стоять там у входа в Аль-Харам, стоять, показывать всякие вот эти, что там потребуется, я посмотрю, конечно, узнаю, увижу. В общем, вот номер брони тут стоит, все, на смс-ке все видать. Хорошо. Ну что такое Иетамарна? Иетамарна я зашел, там есть выбор, адауль умра, выбор выполнения умры. И перед тобой календарь. Календарь все забито уже. На месяц вперед, смотрите, на месяц вперед ничего нету. Дальше, если ты ноябрь прокрутишь, в ноябре, да, есть там 15 числа, 16 числа, как некоторые братья там, вот у нас на 16, на 15 там, ноября мы забронировали туда-сюда. Я, конечно, говорю, так не пойдет. Однозначно что-то есть, ведь где-то что-то должно быть. И мы начали с братом, с Адельджаном, начали заходить и выходить. Просто вот нужно зайти и выйти в программу. Обратно отменяешь, назад возвращаешься, вот самый нижний в правом углу, у тебя треугольничек. Вернись на шаг назад, называется. Назад отходишь, опять галочки ставишь и опять заходишь. Выходишь и вот так, выходишь, заходишь, выходишь, заходишь. 10 раз, 10 раз. Смотрите, что у меня получается. На 26-й открылось. Видать, кто-то в этот момент отменил, или система там увидела что-то там какое-то, да? Может быть, кто-то отменил. Может, у него на 26 число, короче, этот, как он, планы поменялись. У него вылет на 26-е, или у него там жена рожает, или у него машина сломалась, или у него еще что-то. Ну, что-то. Но они не могут вписываться в этот график, который вот здесь, вот в этом тасрихе, да? И он отменил. Ильга сделал. И ты как раз, ты совпало твое вот это, выходить, заходить, выходить, заходить. И ты попал в это окошечко. 26-го. Ага. Уже ближе. То есть сегодня 5-е, через 3 недели ровно у тебя 26-го. Я говорю, нет, давай будем делать дуа. Стали делать дуа и опять выходить, заходить, выходить, заходить, выходить, заходить. Не прошло. И еще несколько вот таких вот выходов, заходов. И открылось окошко. 6-го числа, смотрите. 6-го числа. Ты сразу нажимаешь, потом у тебя время выбираешь, там вот там было с 16 до 19, потом с 6 до 9, потом еще какое-то время. Я быстро на... Давай на утро. Все, Адельджан, давай на утро. Мы зашли. Потом там выбираешь, короче, Маркес. Маркес там, видать, есть какие-то у них сбор. Место сбора, пункты сбора или что-то. Я еще даже не определился, что это, но это какая-то, видите, локация. И я выбрал, вот видите, Марказ Аджьяд. Это на улице Аджьяд, Шубейка, район Шубейка. Аль-Газза. Газза это известная, где Джаннат Муала, кладбище. Потом Кудай, это тоже известное. Я выбрал Шиша. Вот это Маркес Шиша, это Азизия, рядом, потому что рядом живу. Походу у них оттуда будут транспорт в Аль-Харам. Ну, не знаю пока. Но я выбрал Шиша, потом ниже нужно срочно, срочно. И все это надо быстро, потому что окошко открывается, там может быть не только ты один такой хитрый и Адельджан. Там может быть тысячи людей сидят и ждут прям. Вот так заходит, выходит, заходит, выходит. Ты вот сразу должен мгновенно выбрать, 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 выбрать. Потом вот там еще внизу последняя Тагадби из Итля Чё? Талимат. То есть я все что есть, я все подтверждаю, ага. И издарут тасрих. Видите, на зеленую кнопку прямоугольную нажимаешь, прям быстро, и у тебя говорит, все. Таммат амалия альхамдулля бинаджах. То есть и выходит у тебя вот такой вот 6 октября, у тебя уже тасрих. Видите, тасрих. И вот смотрите, вот здесь наверху два ромбика, два этих прямоугольничка. Видите, тасрих. Халия сейчас, которые, и тасарих сабика, прошлые. Значит, вот здесь нужно будет посмотреть, какая между ними будет, вот это пространство, какое между ними будет. Я завтра постараюсь, сегодня я, конечно, постараюсь еще раз попробовать. Я что-то пытался, но у меня что-то почему-то срывалось. Походу, пока я вот эту не выполню, нельзя заходить на следующий этап. Походу, вот этот такой момент. Но буду пытаться еще сегодня. При наличии тасриха на завтра попробую еще получить тасрих на тот же на завтра или на послезавтра, на другие даты. Выдаст, не выдаст система. Пока мне не выдавала. Но я пытался-то немного-то. Я еще сегодня попытаюсь. Но факт, что надо вот экспериментировать. Вот это же мы экспериментировали. Выходили, заходили, выходили, заходили. То есть это вот нащупали вот эту, что есть окна свободные. Хорошо. Дальше, в этом Иетамарна, ну дальше они прислали уже вот эти все тафасили, подробности уже, байенат, тасрих, туда-сюда, 6 октября, вот видите, 19 сафара, там 6 утра до 9 утра, я не знаю, конечно, как это все будет отслеживаться, с 6 до 9 именно. Это вот все надо там уже внутри Аль-Харама отслеживать. В общем, Марказ Газза, туда-сюда, Широ, Хидаматун Накль, там вон можно купить Хидаматун Накль. Накль, где это автобусы, где этот трансфер, ты тоже покупаешь. Это для муватынин. Мы сейчас говорим про муватынин и для мукамин. У кого есть икама. Там есть функция паспорта, просто вводить паспорта. Есть функция мурофик. То есть я когда заводил, там у меня выдавалось, кто с тобой еще хочет быть. Ты можешь еще своих родственников, там семью, там еще друзей, там может быть кого-то. Ты можешь завести еще. Там видите паспорт, там было всего. Видите паспортные данные, видите тарих, дату и видите... Что там было еще? То ли телефон, то ли что-то. В общем, все. В принципе. Но мне кажется, это будет уже запущено через месяц. Вот эта функция. Потому что она еще не сырая такая. Не проходила почему-то. Вот именно паспорт я пытался по паспорту. Потому что у меня Абшер же не пропускал. У меня Абшера не было. И я пытался по паспорту зайти. Не проходило у меня. Они говорят, извините, пока Амалия недоступна. Хорошо, говорю, ладно. Ну вот, сегодня, по милости Аллаха, Абшир заработал у меня. И сразу и Таваккальна заработали, и Иетамарна. Все пошло у меня сразу. Но это, я еще раз говорю, для тех, которые здесь живут и которые имеют здесь прописку. Которые здесь по туристической визе, пока они не могут пользоваться этой программой. Походу, они тестируют, потому что, видите, сколько всяких нюансов выходит. Дальше. Дальше, значит, нажимаешь вот там два этих PDF, там можно скачать. Там алиматы марказы наколь, это относительно транспорта. А потом духуль харамайн, какие есть требования зайти в мечеть. Причем Харамайн Шарифайн, смотрите, в обе мечети. Мединскую и Мекканскую. Ладно, это не будем задерживаться. Вот здесь что меня обрадовало, то что у них стоит функция хаджз. Хидматуль хадж, да? То есть у них разные еще хидаматы дополнительные. Видите, вы можете флайнасом через сайт официальный купить авиабилеты. Через, видите, Саудия, шарика Саудия. Потом Умрами, Агода, Трипшоп, АТТС какая-то. My Hotels, Hotel Gate. Вот эти я не знаю вообще. Умра Раджихи. Это уже программа целая Умра Раджихи. То есть у тебя означает, что у тебя есть выбор. Ты можешь через Агоду отели забронировать, через Умрами забронировать, через Трипшоп. Пока, видать, пока нету такого вот монополизации здесь не видно. Они тебе говорят, вот, пожалуйста, можете. Они, походу, здесь просто реферальную ссылку поставили и все. И на реферальной ссылке они сидят, и пока им этого достаточно. Пока они не отработают основной механизм. Не знаю, как дальше будет. Но пока вот так. Это меня вот радует. То, что вот здесь все эти есть. Агода. Пожалуйста, через Агоду можешь забронировать. Где хочешь. В Мекке, в Медине. В Медине, по сути, там и не надо даже. Там в Медине отели открыты. Мечеть открыта. Там вообще не нужен вот этот Тасрих. Ничего не нужно. В Медине я вот был буквально неделю назад. Там уроки проводятся. Даже уже Абдуразак Бадр уроки проводит. Там можно сидеть, слушать все лекции. В принципе, там ничего не надо. Скорее всего, для компаний, которые занимаются умрой, сейчас нужно просто барнамич чуть-чуть поменять. То есть, например, там 10 дней в Медине, или неделю в Медине, потом там 2 дня в Таифе, там, 1 день там в Джидди, там, с катерами, с кораблями, там есть специальные площадки, где можно катер арендовать для всей группы, там, туда-сюда, отели хорошие снять, это уже другая тема. И вот такие окна выбивать для всей группы. И приезжать, умру выполняешь, раз. Ну, я не знаю, конечно, это пока сейчас я вот так думаю. Но я думаю, все-таки для тех, которые будут по умре приходить, у них, скорее всего, будет уже тасрих, у них уже будет прям в этой визе стоять. И, скорее всего, там уже посещение будет, может быть, один раз в сутки уже вбитый прям. Каждый суд посуточно, например. Я не знаю, как это они еще будут, но они вот тестят, пока вот для внутреннего они пока умру делают. И ты, вот сейчас ты должен умру и храм одеть. То есть просто в комиссии ты не можешь там быть. Просто в комиссии ты пока не можешь. Ты должен умра именно приехать. Так что мне сегодня нужно уже и храм подготовить. Ну, в общем, там уже завтра по этому буду смотреть, по месту уже. По месту. Сегодня я вот смотрел, наблюдал целый день. Ну, вот они говорят 6 тысяч человек. 6 тысяч человек. Хотя бы 600 человек вокруг Аль-Харама в течение дня было или нет, я вот не заметил. Честно скажу, вот 2 дня наблюдаю, я не заметил. Не заметил, вот в отеле висит телевизор, вот смотрю, после Магриба пришел, ну 30 человек стоят, намаз за имамом читают, 30 человек. И 30 женщин, ну 60 человек. Это вот где эти 6000, я что-то не могу понять. И походу вот эти, которые бронируют тут вот через вот этот Иетамарна, они, скорее всего, многие забронировали, но они не вписываются во время, в то, которое им предусмотрено. Они не могут прийти, и они сбрасывают. И потом у тебя открытые окна появляются, и ты этими окнами воспользуешься и заходишь. Вот, в общем, ну, здесь нужно вот тестировать, смотреть, как это все будет работать дальше, в дальнейшем. Будем смотреть. Иншаллах, баракаллаху фикум. Пока вот такие вот новости. Джазакумуллаху хайран, хайраль джаза. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду алля иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.